Всем здорово, народ. Сегодня я решил покатать в The Elden Ring. Так, что у нас тут по классам? Блин, пару слов хотелось бы сказать про Украину, ребят. Держитесь. Я не особо в политике разбираюсь, но, блин, как бы люди не хотят войны. Что русские, что украинцы, блин, то дела властей. Пару. И я вот честно не понимаю даже, из-за чего война началась. Единственное, знаю, что он что-то там ночью вошел, а блин, что-то разборки. Кто-то орет, виноват Зеленский, кто-то орет, виноват Путин. Ладно, об этом пару слов не будем о плохом. Сегодня мы решили, я решил немножко отвлечься от Данлайта и поиграть в The Lander. В The Long... Короче, хуй с ним с названием, хуйню будем играть какую-то. Типа от создателей Dark Souls. К слову, я никогда не играл в Dark Souls. Если вам интересно, я могу поиграть в третий Dark Souls. Так, выбор класса персонажа. Кстати, мы будем играть через клавиатуру и мышку. Так, у нас тут бродяга есть. Воин, герой, бандит. О, астролог. А что, мы типа будем сражаться с помощью Картару или что? Или смотри, созвездие Девы, сейчас какой ебет тебя молния, нахуй не встанешь. Так, ладно, пророк. О! Я понял, кто... Чё? Я думал, ты инопланетяне, это заключённый, ёпту, блять. Так, ладно. Духовник. Мерзавец. Я решил, я самурай. Типа. Теперь у нас так да пол. Раньше было, типа, нету пола. Так, я. Так, имя не указано. Вот так сделаем. Вот так. Никич. Наше будет имя по стандарту. Да все, сохранить же-то. Вот ты, блядь. Нельзя. Тогда вот так. Да я ж сменил язык, что ты мне мозги паришь. Ты сегодня сменишь мне язык, алло? Отзовись. Ладно, не хочет он мне менять язык. Да вот так сделаем. Зато большим капсулом включился. Никич. Так, все. Так, окей. Что такое типа? Конкретно у них меняется только толщина рук. И ног. Ну ладно, будем худенькими так. Возраст юный. На самурале... Внешность, ну и на способность. Произрождение сорняток. Реликвия. Золотое семечко из... Укрепляет священные флаги. Ну давайте возьмем золотое семечко. Чего? Выбор так изменить внешность. Ладно, изменить цвет кожи. Ой-ой-ой, не такой. Самурай, он должен быть белым, он постоянно доспехи носит. Изменить лицо и волосы. Ух ты, блядь, что так страшно-то? Так, ты что такое? О, это вообще мужик. Мне не нравится её нос. Во, нормально вот эта форма лица. Так, ладно. Возраст на вид. Да все. Да господи. Все. Иди. Так, это у нас. Что такое возраст на вид? Нет, конечно, юный. Эстетика лица. Да полный типа. Сделаем вот такой вот. Нормально. Так, форма. Пропорция лица. Во, размер носа. Вот это вот надо скриншотить. Из этого я сделаю гифку. Не гифку, а на превьюшечку немножко.
Здесь это стандартный было нормально, так что так, соотношение, но слоп. Ладно, вот так ставим, так. В принципе, вот глаза. Положение, наклон глаз, размер глаз. Так, это пропорции лица. А где здесь цвет глаз, я не понял. Почему нельзя изменить челюсть, рот, губы, скулы, щеки, ноздри? Я хочу изменить цвет глаз, так, форму лица, так, прическа. О, Господи Иисусе. Во, как у самурая, ну-ка, блин. У меня есть сзади здесь пучок или нету? Так, ладно. О, Леон Кеннеди. Вот если бы муж... Все не то, все не то. У нас должно стоять на нашего персонажа. Я потерял ту прическу. Эту прическу потерял, ребята, ёпты, блин. Так. Так, вот это вот возьмем. Так, ладно. Цвет. Цвет у нас, по-моему, идеальный был. Чересчур светлый, вот этот нормально. Так, седина? Хрен с ним, пусть будет седина, так уж и быть. Цвет тату. Татуировки. Цвет повязки? Какой повязки? Так, ладно. Я хочу изменить цвет глаз. Глаза. Почему я не могу изменить цвет глаз? Так, ладно, назад. Изменить лицо и волосы. Глаза. А, вот. Цвет радужной оболочки. Чересчур сиреневый. Где у нас карий? Такой прям, чтоб карий был. Нет, я хочу янтарный. Я янтарный хочу. Я хочу хача. Вот так. Что такое замутнение? Я один ничего не вижу, что меняется. Тогда не будем так. Белок. А, ну белок не надо трогать так. Так, вот так нормально, так. Так, изменить чело, чё так, туловище. Так, это более крупное. Так. Вот так вот сделаем. Так, голова, живот, руки, ноги. А где сиськи? Мускулатура. Мускулистая. Не, обычная ей не идет. Чего? Цвет волос? А, ну вы поняли, про какие волосы тут речь идет, собственно говоря. Да, голова нормально у нас. Тут очень нормально, живот. Талия. Ее талия. Аномалия. Так, запись идет, а то я как дебил здесь полчаса разговариваю перед камерой. Так, все, сохранить. Что сохранить? Сюда. Ок. Так, изменить. Внешность, все. Завершить. Начать игру с этим персонажем. Согласны? Да, согласны. Шакатаны всех будем херачить. Elden Ring игра называется, аллилуйя. Дали мне подсказку, как обычно.
Не самый. Опа, на, у меня активация Windows. У меня нету активации Windows. Пипец. Windows активировать надо, ладно. Кстати, кто шарит, из-за чего началась война на Украине? Я, блин, не понимаю. Я вообще против войны. Опавшие листья принесли нам весть. Минуту молчания. Ай, блядь, мои глаза. Великое кольцо Элден разбилось. Да кому не срать на это кольцо, тогда объясните мне. Там, за туманом, у нас дома, в Междуземье. О, что за баба? Марика, бессмертная, наша королева, бесследно пропала. И Годвин, золотой первый, пал в ночь черных ночей. А это кто? Вскоре отпрыски Марики, полубоги, завладели осколками кольца Элден. Полубоги? Чё? Я ни хрена не врубаюсь. Одурманенные, оплетённые силой, они развязали войну, вошедшую в историю как раскол. Ну и хуй с ним. Что поделать? Война, у которой не было победителя. Хуя у него клинок, дайте мне такой. Нихуя у того еще больше. И тогда великая воля отреклась от них. Не, я что-то не умею подстраиваться под их голоса. Восстаньте же, погасшие! Ушел усопшие, в которых тлеет жизнь. Все мы слышим зов давно утраченной благодати. Ай, блять, ну что за хрень? Сука, записывал ночью, глазам же больно такой. Хуар Лукс, повелитель пустоши. Золотая маска. Величайший из героев. Фия, спутница мертвых. Омерзительный поедатель отбросов. И сэр Гидеон Авофнир, следствующий. Что за хуйня? Ну шо ты, як за хуйни? Я тебя шо, кухаю что ли, или шо? Так, так и так и так. Ну шо это за светлячок опять лечит? Ну то шо, як? И некто вновь, озаренный благодатью. Погасшая душа, без роду и племени. Отправляйся за море. Туман в Междуземье. А вы отправляйтесь за печеньками и конфетами для просмотра этого видео. Что, блядь, было написано? Ай, сука, ну что ж так ярко, да? И берегите власть над Элденом. Там точно было написано «берегите» или «верните»? Напишите в комментариях, пожалуйста. Да-да-да, я знаю, что это бать на комментарии. Ну да хрен с ним. Кольцо. Где кольцо? Так, ладно, окей. Ой, а надо бы чувствительности прибавить. Так, вот настройки. Так, настройки, настройки. Ля, где есть чувствительность? Наверное, вот так на семерку. Так, ладно. Конфигурация клавиатуры.
Так, ладно, назад. Я. А где это управление? Скорость камеры на 7. Вибрация, так, семерка, так. Музыка, голосовые эффекты, так. Так, ладно. Стало более-менее. Так, прочесть послание. Так, пройдите по неясному пути, полном руин. Займите место. Ебать, я самурай. Сейчас всем пизды отвешу. Ой. А, да? Убери ж ты лук. Достань катану. Брось каку. Фу. Как сменить оружие? Ну и как мне сменить оружие? У меня сейчас все стрелы кончатся. Масштаб? Нет. Инвентарь. Может, снаряжение? О. В меню снаряжения вы можете собрать себе оружие, стрелы, так. Ну, ясен красен. А как мне взять? Так, будем разбираться. Будем разбираться. Так, статус инвентарь. Инвентарь. Так, показать больше. Так, сменить вид. Все, понял. Я не понял. Я хочу свой меч выбрать. Все, нормально. И все равно он так лук берет. Колесиком он... И что мне, типа, каждый раз вот так заходить в снаряжение и выбирать меч, да? Так. Все, ладно. А если зажать? Ладно, это послание мы прочитали. Дальше-то что? Есть ли смысл здесь что-то крошить? Я не знаю. Я пока-нибудь буду идти. Что делаешь? Ага. Ага, это кувырок, а F прыжок. Ясно, понятно. X у нас садится. Кто-то вот такое говняное управление здесь сделал. Открыть. Откроется только обладателю кольца. А где кольцо? А, вот. И шо? Иссохший палец. А, зашибись. Зашибись четко. Мы это отжали палец. Часовая. Ну, погнали вниз по ступенькам. Хрена ли делать нам управление камерой? Да ну нахуй. Что, правда, что ли? Здесь вообще есть смысл ломать эти бочки? Я тут как придурок, как хорошо. Может, у них даже ничего и нету, так. Понял, у нас появился этот. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего интересного. Так, пойдемте дальше. Shift. Shift-а нету. Уи, зато есть банихоп. Херовый, конечно, банихоп, но ладно. Ой, так. Я вообще даже за Skyrim люди, ребят, не шарю, так что не обессудьте, если я буду сильно тупить. Вот, сейчас что у нас будет. Так, нам туда, нам в портал. Ой, ты что делаешь? Успокойся. И куда я стрельнул? Очень весело, однако. Кто-нибудь скажет, как менять? Ты что делаешь? Успокойся. Фу! Ты сколько мне снес хп-то? Жук несчастный. Все.
Не, ну так неинтересно. И что это за хрень-то? И как я его должен удалить? А что за хрень-то произошла, я не понял. А нахрена? А зачем? И где я сейчас появлюсь? Ой. Проснулись, мы где-то в пещере. Типа так и надо было, да, хотите сказать? Кстати, вот что хочу. Блин, нельзя. Блять, я пропустил. Я хотел зайти в настройки. Так, вперед-назад. Управление движением. Так, переместиться вперед. Так, отскок. Ну ладно, пусть на пробел будет. Так. Прыжок, пригнуться. Пригнуться, встать. S по классике поставим. Движение камеры, так. Центрировать камеру, окей. Сменить чары, молитву. Сменить оружие справа, давайте однерку, здесь двойку. Магия у нас. Сменить предмет. Давайте вот так тап поставим, сменить предмет. Так, а чары у нас будут на троечку. Атака. Сильная атака у нас shift. Блок. Блок слева, понял. А схерали, если это блок, то он мне достает, ну... Навыки, так понял. Использовать предмет. R, E, так понял. Походу, короче, так, разберемся. Что мы тут натыкали? О, подсказочка. Пещера знаний проходит внизу. Да ты... А, понял. Во, все. Все, я немножко понял. Так, давайте я вот так возьму. Мне так будет... А, что там? Я здесь забыл, что я уже прочитал. Так, пещера зданий находится внизу. Так. А он что, типа, может что-то сказать? Отважный. Погашая душа. Душа. Учиться и вспоминать. Что ты там бормочешь, дедуля? Пробуди в себе воина. Пусть твоя кровь закипит. Он странный, он мне не нравится. Так, там какой-то огонек. Там храм, пойдемте за огоньком. Блин, темно как в жопе негр. Хотя, наверное, сейчас так говорить в нынче модно. Нетолерантно, ты сказал так. Как ты мог вообще? Туда типа можно запрыгнуть, да? Ладно, я понял. Ну-ка. Во. Тру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-пум-пум. Ча пизды кому-то мы дадим. Самурай идет. Разойдитесь, ёпты. У самурая нет пути. У самурая... Тьфу, блядь. У самурая нет цели, у самурая есть только путь. Ага, я так понял, это хилка, да? А как ее использовать, наверное, да, вроде бы? Так, а что это такое? Утраченная... Ага, отдохнуть. Отдохнем. Чего? Позднее утро. Фляги, изучить чары и молитвы. В меню памяти можно выучить заклинание молитвы, чтобы... Ага, все понял. Дальше можно не читать так. Ага, здесь у нас ничего нету.
Все, я понял, у нас ни хрена нету, так. Ляги. Допустим, увеличить. Так, использовать золотое семечко. Нет. Так, отменить, так. Сортировать сундуки, изучить чары и молитвы фляги. Все, давайте пока ничего тратить не будем. Я не знаю, на что можно потратить эту золотую семечку. Так, что ты нам скажешь? Используйте скрученный палец погасший, чтобы оставить золотой знак призыва. Так, совместно. А, это совместная нам не нужна. Так. Все окей, окей. Чем? Ты шо, ебабош, шука? Ты шо меня так пугаешь? Хотел сказать, чем мы как дебилы уходим, если... Ясно, нам туда нельзя. Ну, пойдемте вот так тогда. У меня есть щит. Так, ладно. Меня сейчас ничего не убьет? Какой мы красивый самурай. Прям любуюсь, не налюбуюсь. Так, ладно. Здесь у нас что? Хуя он гера. О! А что так больно-то? Глазам. Что так вдали нечетко? Ай! Настройки, настройки, настройки. Качество у нас свое. Да ёшкин кот. Дополнительные настройки, качество текстур высокое, сало высокое, так, глубина резкости, качество освещения, давайте так все поставим на высокое, качество отражения высокое, качество травы тоже, качество шейдеров, допустим, назад. Я не знаю, где здесь у нас дальность отрисовки. О, вон какой-то единорог идет. Я не знаю, мне за ним нужно, да, бежать? Е. Так. Благодать всегда вела погаших, указывая им верный путь. Некоторые места благодати источают свет и полный, чтобы... Чтобы не заплутать, следуйте за золотыми лучами. А, все, спасибо. Золотой луч идет туда. Но здесь что-то есть. Здесь что-то есть. Так, в любой уголке можно найти фрукты, цветы, грибы, бабочек и прочие полезные материалы. Из найденных материалов можно создавать предметы. Ух ты, ясен, красен. Так, все. Так, в любом месте можно найти фигурку мучеников. Эти фигурки представляют собой омуты призыва. С их помощью вы без труда сможете создать дружеские или вражеские знаки и призывать к себе других игроков. Все, понял. Ну, мы все спиздим. Там какие-то гоблины. Я хочу гоблинов спиздить. Или токами. Или все же гоблины. Сейчас отпиздим мы кого-то, сейчас пиздюлей отвесим. А, это птички. Сейчас птичку зарежем, шашлычок пожарим, короче, все, все. О, ягодки. О, нормально. Я хочу шашлычок. Так, там какой-то холм летает. Есть карта? Карты нету. Пойдемте минотавру пиздюлей отвесим. Правда, многие пугали тоже, типа, Dark Souls, типа, невозможно, очень сложная игра. Ой. Я хочу оленя напиздошить. Эй, ты олень или баран? Сейчас фемки бы возмутились, то, что я режу бара. На. О, я еще и сваншотил его, нормально. Нормально, кости, 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 лут. Так, а где эта хрень золотая? Вон-то...
У него золотой конь. Я хочу тоже золотого коня. Иди сюда. Да-да-да, ты. Так. Луки. Вы можете стрелять во врага из лука. В любом... Используйте сразу. Так, возьмите лук. Что, мне страшно стало? Ух ты! Это еще и босс. От отца. Ой, ты, ну нельзя же так делать-то, а? Так, смерть. После погибели вы воскреснете в последнем посещении места благодати. В собрании руны останутся на месте вашей кончины. Если вы погибли вновь, не успев добрать руны, то потеряете их навсегда. Компас в верхней части экрана может помочь вам. А я что, могу свои руны проебать? Ой, господи Иисусе, я. Так, надо дождаться, пока этот пингвин уйдет в обратку. Я хочу пока меч спас. А, да? Здесь есть бег. Бег. Ладно, я понял. Бега нету у нас. Бега у нас нету. А, да, даже когда я в настройках слышу, он ходит. А, заебись. Четко. Лучше и не придумаешь. Так, надо забрать свои руны. Так, мы быстрее идем. Понял, что я зря буканул. Зря вообще буканул. Пойдемте лесом. Вот. Варан. Достойный противник для нас. Понял. Вот он очканул меня. Так. Блин, одно напрягает. Кстати, карта же должна быть карта. Сейчас, ну-ка, настроечки. Клавиатура. Карта. Сменить оружие, атака. Действие. А где карта, я не понял. Сменить камеру. Alt. Ладно. У нас нет карты. Мы пока ведь будем охотиться на барашка. Нихуя себе барашка. Барашка. Давайте вот так возьмем. На превьюшку нашего самурайчика. Все, зашибись четко. Так, куда нам не надо. Так, здесь что-то у нас золотое светится. Я надеюсь, если я сюда зайду, я не огребусь, а, да? Храм Эли. Что это такое? О. Так, карта позволяет мгновенно переместиться в любое открытое место. Так, однако в некоторых подземельях и других областях вы также возможно лишены. Так, понял. А как карту использовать? А как мне О, ты враг? Или не враг? Ты из погасших? Я это вижу. А я еще вижу, что ты не собираешься меня убивать. Почему бы не прикинуть? Я Кали, поставщик отличных товаров. Купить, продать. Что ты можешь у тебя купить? Да. Пора с каждой. О, сет ассасина. Так, мы пока месяц назад выйдем. И что ж, до встречи. Так, найдя стул кузнеца, вы можете усилить свое оружие. Ага. Так. Усилить оружие, допустим. Бабла у нас ни хрена, конечно, нету. А с чего бы оно у нас было-то?
Я хочу. Так, 1-1, 1-2. Так, я хочу узнать, как. Чё здесь все так сложно? Я хочу найти карту. Где здесь карта? Конфигурации клавиатуры. Да это в бокете space. F прыжок, прыгнуть. Центр движения, движение, движение. Блок. Использовать предмет действия. Ну-ка, если на жучке посмотреть. Сильная атака, 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 действие. Движение камеры, центр камеры, главное меню. Карта. Ну здесь же есть карта. Настроек кнопки. Так, ладно. А почему тут нет карты? Почему? Кто-нибудь может мне пояснить? Кто-нибудь может мне пояснить, почему у меня нет карты? Почему мне не дали карту? Ctrl, Alt, Windows. Нет, Windows, это Windows. Tab, Tab, это у нас. Ладно, хрен с ним, он у нас посылает луч, куда нам надо. Ну, пойдемте туда, куда нам надо. Здесь у нас опять барашки ниндзя. О, олень. Олень из будущего. Это олененок был. А я ж не знал. Что за фича? Он нам тоже отвесит пилюлей? Или он добрый? Понял. Уйди! 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 Лох! Так, мы подобрали монетку. Там еще один такой есть лох. Пойдемте лохов пиздить. Мы самураи. Кстати, есть такой интересный факт. Самураям, когда негде было тренироваться. Ну что ж ты делаешь, не туда, что бьешь? Ну зачем ты так делаешь? Ну ты что, совсем что ли, дурачок? Так, ладно. Ты что меня факелом ударил? Так, ладно, еще один. Что, тебя тоже нельзя обыскать? Ну у них же есть ножи. Ну алло, народ, ну так... Это конь? Нам конь пизды не даст? А, это кабан. Хера у нас самурай с одного удара кабана зарубил. Из этого кабана ничего не выпало, ладно, понял. О, яйцо! Нет. Я думал яйцо. Еще. Что это такое? Кристалл. Обломки руин. Понял. Так, нам куда сейчас? Я не знаю, куда нам сейчас. В чем прикол? Почему здесь клавиатуру не добавили? Так, пойдемте вон. Так, окей. О. Что-то мне не нравится это. Что-то мне вообще не нравится это. Ух ты, какая у него длинная атака. А как его убить-то? А, да? Я думал, это сложнее будет. Так, а там сколько?
А можно как-то приблизить, отдалить? Какая-то здесь странная механика у лука. Только не говори, что на меня сейчас пес побежит. Во. Плюсы быть самураем. Ты куда оружие убрал? Верни оружие. Ты что ж так делаешь-то? Так же делать нельзя-то. Так, мне кажется, нужно вот так стрелять. О. Сейчас я их по одному всех выманю. Ух, какой крит сильный прошел. Это просто какой-то... Да что ты такой умный? И что, ты так и будешь типа ходить? Ну сменишь ты стрелы. А это что? Как сменить стрелы? Тап. Да ебучий случай в коромысле. Лазурный слез. Ладно. Пока мы вот так тогда побежим. За Спарту! Я кажется, я нарываюсь. Кажется, мне этого не стоило делать. Уйди, уклонись! Ты за что меня так лупишь? Уклонись! Хрена ты, волчара умный! Все понял, пацаны, свой косяк, все понял. Я убегаю! Убегаю! Пей флягу. Ты понял меня, тупая псина? Ладно. Ладно. У нас пока есть... Во, там этот есть. Хилд поинт. Кстати, за что мы этих пиздюков избиваем? Они же ничего плохого не сделали. Так, ладно. Куда теперь? А, ну ты нас просто к древу ведешь, да? Ну и куда? А этот, походу, бракованный. Так. Блин, вот эта графика красивая, конечно. Кто там пришел к нам? О, какая-то девчонка. Сейчас ножницы будут. Что тебе нужно, странник? Здравствуй, душа, пересекшая туман. Я Милена. А я Никич. И почему нашу бабу зовут Никич? Блин, графон нравится. А чё в смысле? У меня к тебе предложение. Тебе доводилось слышать о слушниках пальца? Так они прислушают двум пальцам и предлагают погашим совет и поддержку. К счастью, у тебя служанки нет. Однако я готов заменить ее. О, наш гаремчик. Я буду усилять руны и помогать тебе в поисках кольца Элден. Просто возьми меня с собой.
to the foot of the earth tree. И подожду так. А какие-то условия есть? Ну давай согласимся. Значит, решено. Позови, призови меня, и я наделю тебя силой рун. Ах да, еще один момент. Я переделаю это кольцо. Чего? Воспользуйся им, если твой путь не близок. Призрачный скакун. Потомок мигом явится на твой зов. Относись к нему с уважением. Так, ночь, так, повысить уровень. Желаю, чтобы я извлекла силу из своих рун. Позволь на миг прикоснуться к тебе. Так, в меню повышения уровня вы можете тратить руны, чтобы улучшать характеристики. После улучшения характеристик ваш уровень повысится на единицу. Так, чем выше ваш уровень, тем больше рун потребуется для улучшения. Так. Ваши руны. Уровень 9. Так, рун до следующего уровня. Так, удача. Колдовство. Ну как что-то качнуть? Ой, ёшкин кот, как сложно разобраться-то здесь. Так, фляги. Изучить чары и молитвы мы здесь прям ничего не можем. Так, скоротать время, повысить уровень. Фляги. Повысить эффективность фляг. Распределить фляг. Да. Понял. И иш. Так, чтобы призвать, нажмите С. Окей. Так, выберите пункт сумки в главном меню, чтобы сложить в них предмет, чтобы применить 4 из них. Е1, Е2, Е+, так, все понял. А, все понял. Так, пожертвовать рунами и вернуться в последнее место благодати нет. А как коня призвать-то? А как коня призвать-то, алло? Что-то здесь какое-то косячное управление, так, призвать коня. Прыгнуть, встать. Алло? Коня на S? Ну, на S у меня садится, ну давайте вот так сделаем тогда. КТРЛ, допустим. На КТРЛ мне тоже удобно садиться. Так, назад. Назад. Все равно конь не призывается. Так, а сейчас мне куда? Я думал, я буду с напарником, как знаете, Fallout 4 там. Типа будем ходить, бродить. Что у меня, кстати, по времени записи? А, ё-моё, уже 48 минут прошло, а игрушка-то прикольная. Давайте пойдемте в замок, раздадим всем пилюлей и все, и на этом закончим. Так сказать, отвоюем его. Там один мудозвон со щитом. Чего они все со щитом? Слышь, ты, мудозвон, иди сюда, сейчас раз на раз будем махаться. Я хочу с тобой махаться раз на раз. А ты чё такой умный? Ты что? Успокойся. Так нельзя, ты должен один раз бить. Да мне бы здесь еще попадать, конечно. Да вы, ребята, наглые, смотрю. А чё? Чё, типа меня все что ли? А я что, типа все скончался? Выберите место
Место последнего отдыха. Я не знаю, что такое клик. Далее, далее. Далее. Так, ладно. Сейчас подбегаем, забираем свои руны. Так. Нам сейчас туда, я понимаю, да? Ну, да, в принципе, нам только вот туда остается идти. Давайте устроим диверсию. Меня напрягает то, что у них есть щиты. А у меня нет щитов. Это очень напряжно таки. Ай, ты что делаешь? Козел. Козлина. Угу. О, с этим будет полегче, наверное. Так, ты там пока смотришь. Все, его тоже. О, у него болты есть. Так, я понимаю, тому нужно не дать ни вздохнуть, ни пернуть, а то сейчас призовет сирену. Ну да, еще один удар. Все, нормально. Не дали, не дали позвать на помощь. Смотри, как красиво делаем. Уклоняемся. 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 Убиваем. Ух ты! Какой? Ты откуда там взялся? Ты что делаешь? Нельзя так людей пугать. Так ты. Так-то инфаркт. А до инфаркта недалеко-то, а? Что это такое? О, карта. Найдена карта. А как ее использовать-то? Какой хрен мне от карты, если я не могу ее использовать? Да, ты что делаешь? Уйди. Ты мне не нравишься. Я подаю на развод. Все, я от вас ухожу. Я от вас укатываю. Все, я подаю на развод. Отстаньте от меня. Ой, а это что такое? А, это какая-то. Это какой-то череп. Все, отстаньте, я подаю на развод, все, уйдите. Уйдите, я подаю на развод. Ты что? По разам хочешь? Ну-ка, у меня щит вообще действует? Ни хрена он у меня не действует, я понял. Уклонись. Понял. Успокой. Не быкуй, братан. Не быкуй. Я осознал свой косяк. Я больше так не буду. Я все, я забыл дорогу к вашему замку. Ты мог бы, пожалуйста, за мной больше не бежать? Я все осознал. Успокойся, не быкуй. Все, успокойся, я вот в кустиках сижу. Писать, что у меня нету. Ладно, и на этой чудесной ноте мы, пожалуй, на том, как я сижу в кустиках, завершим. И в следующем выпуске продолжим. Всем огромное спасибо за просмотр. Я дебил, я постараюсь разобраться в этой игре. И всем пока. Here we go.